Приближается весенний сезон охоты на водоплавающую дичь. В этом году его планируют открыть с 6 мая. Стрелять гусей и уток разрешат вплоть до конца мая в зависимости от прилегающей территории. Как готовиться к весеннему сезону в Мирном и дорогое ли удовольствие охота, узнавала Иванна Филиппова. Вот так примерно издает звук гуменник, гусь. Степан Алексеев к весеннему сезону охоты начал готовиться еще с осени. Закупил патроны, заказал через интернет чучело. А вот манки он приобрел еще в прошлом году. Самое дорогое для охотника – ружье. Особенно импортные модели. За ними требуется правильный уход. К тому же к ним подбираются только подходящие патроны. Средним охотнику на весенний сезон, на весеннюю охоту обходится в порядка 30-40 тысяч, можно сказать даже, а то и больше. В эту сумму также входит покупка продуктов и цена за топливо. Особенно накладно начинающему охотнику. Покупка ружья ему обойдется от 45 тысяч рублей. В среднем патрон стоит 300 рублей, 32-30 рублей один патрон. Вот ему нужно как минимум взять в блок. Блок это 100 патронов. Вот. Дальше ему нужно купить экипировку, костюм. Костюм стоит где-то в пределах 5-6 тысяч рублей. Дальше надо ему купить охотоснаряжение. Итого выходит круглая сумма. Все зависит от выбора и пожеланий начинающего охотника. Кроме экипировки, не стоит забывать и о получении лицензии. Путевки разрешения выдаются строго по месту охоты. Уже не пойдешь, куда хочешь охотиться. Сейчас везде родовые общины. Прежде чем туда попасть в родовую общину, где раньше охотился, надо спрашивать у председателя этой родовой общины. В Мирнинском районе в угоде Хайхала и Удачного охота на гусей разрешена с 6 по 8 мая. На других территориях Алмазного края гусей, селезней, уток и поганок разрешено стрелять с 14 по 23 мая. А вот жители Айхала и Удачного на утиную охоту отправятся чуть позже, с 31 мая по 6 июня. Родовые общины и общество охотников они будут давать на своих территориях путевку разрешения. В угоде общего пользования это у нас за морковкой. Будем раздавать в начале мая. Первые охотники отправятся за добычей в начале мая. Уже через 2 недели все любители смогут расчехлить ружья и открыть весенний сезон. Охота, да, это очень дорогое удовольствие, но без охоты сам себя не представляю. Оно того стоит. Иванна Филиппова, Роман Ларин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».